28 апреля в России отмечают День работника скорой помощи. Этот праздник учредили в 2020 году, когда медики проявили героическую самоотверженность во время борьбы с COVID-19. В городском округе Люберцы виновников торжества чествовали в картинной галерее. Тему продолжит Луиза Егиазарян. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. У этой службы не бывает праздников, выходных и перерывов, ведь помощь пациенту может понадобиться в любую секунду. Сотрудники скорой – это особая группа медиков, у которых порой нет времени на размышления и права на ошибку. Эта работа, она постоянно заставляет себя держать в тонусе. Чувствуется, как действительно ты видишь результат своей помощи сиюминутно и сейчас. Как ты помогаешь человеку, лучше ему, хуже ему. Можно построить прогноз в дальнейшем. Но и всегда приятно, когда больные тебе говорят слова благодарности, что действительно ты нужен, необходим. То, что они необходимы, было известно всегда. Служба скорой медицинской помощи была образована еще в 19 веке. И во все времена ее главная миссия – спасать человеческие жизни. Я сам в жизни прочувствовал на себе. Был такой период, когда случился инфаркт. И та служба, которая приехала, оказала помощь. И, конечно, вот я на себе ощутил тот момент, когда определенным образом жизнь остановилась, и все, куда мы бежим, все это как-то ушло на второй план. И врачи, которые оказывали помощь свою профессиональную, благодаря этому я и дальше могу спокойно работать. Владимир Волков вручил двум сотрудникам скорой медицинской помощи знак за заслуги перед городским округом Люберцы. Виновников торжества отметили также почетными грамотами депутата Государственной Думы Романа Терюшкова. Врачей, фельдшеров и медсестер, которые стоят на страже здоровья людей, поздравили и творческие коллективы. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.